Доброе утро, хмельничане! Мы начинаем программу «Клёвая рыбалочка». Сегодня я приехал в Новоконстантинов. Вот, водоем общественный, в принципе, то есть ловить рыбу здесь можно всем. Ну, так как сейчас нерест, можно ловить на одну удочку с одним крючком. Я решил взять спиннинг, попробовать ловить хищника. Что я буду делать? Я буду ловить окуня, судака, может какая-то щучка попадется. Ну, что попадется, всякую рыбу. О чем я хотел поговорить? Очень часто, когда я нахожусь в магазине и продаю рыболовные снасти, рассказываю, объясняю людям, задают один и тот же вопрос: куда поехать на рыбалку? Ну, передо мной, чтобы вы себе понимали, тоже всегда такой вопрос возникает. Но я не сильно заморачиваюсь, я просто беру любимый инструмент, то есть свой спиннинг или удочку, что там у меня есть, и еду на рыбалку. Чего я вам советую? Не спрашивайте у кого-то, куда поехать, а просто брать и ехать, садиться в машину, приезжать рано на рассвете на водоемы и заниматься любимым делом, ловить рыбу, просто любоваться природой. Вот как бы самое простое и самое увлекательное занятие. Немножко расскажу про этот водоем. Вот посмотрите. Вот там вдалеке находится гидроэлектростанция. Это электростанция, которая вырабатывает ток. Речка – это Южный Буг, здесь большое водохранилище. Тянется оно на протяжении где-то приблизительно 15 километров, аж до Щедровой. Оно в жизни никогда не спускается, рыба есть всякая, рыба есть и большая, и маленькая, то есть какая угодно. Да, конечно, браконьеры в последнее время его поистощили, этот водоем, то есть и сеточки тут ставят, и балуются всякими другими запрещенными снастями. Но, тем не менее, все-таки рыба научилась выживать, она научилась быть хитрее, умнее рыбаков, и осталась. Погода сегодня великолепная, пасмурно, такое, летают комарики, жабы квакают, как ненормальные, птички поют. Ну что, вперед, идем ловить рыбу. Очень часто меня спрашивают в магазине, просто встречают люди на улице: посоветуйте какой-то хороший спиннинг на щуку или какой-то хороший спиннинг на окуня, или чтобы вы посоветовали ловить судака. Ну, как бы у меня существует по этому поводу свое собственное мнение, сейчас я им поделюсь с вами. Судаку, окуню, щуке абсолютно все равно, какой спиннинг у вас в руках. Вот это инструмент. Инструмент как скрипка, инструмент как у плотника рубанок. И вы этот инструмент покупаете себе. Точно так же катушку и все остальное. Хищника в воде интересует только вот эта наживка. Какого она будет цвета, размера, ну и на что она будет похожа. На что-то такое она должна быть похожа, что ест хищник в водоеме. Поэтому вот, допустим, мой инструмент, мне лично нравится, вот это у меня окуневый спиннинг. Но я думаю, что если вцепится большой судак или хорошая щука, я тоже с этим справлюсь. Вот этот спиннинг у меня длиной 1,80 м до 8 грамм тестом, то есть на легкие наживки предназначенный. Ну и катушечка небольшая, легенькая, очень удобный инструмент, он должен быть удобный, он должен хорошо лежать в руках и как бы приятно, на него должно быть ловить рыбу. Вот как-то вот так. Это что касается по снасти. А уже наживки, которые вы забрасываете в воду, тут их огромное множество. И я вожу с собой большую сумку всяких разных наживок. И уже из собственного опыта исходя, пользуюсь теми или другими. Сегодня, допустим, я
с утра попробовал на более темную приманку, у меня ничего пока не получается, поэтому я достал вот такие яркие приманки, такого вот кислотного цвета, потому что вода все-таки не светлая. Вот. Вот эта вот пассивочка, это более активная резина, буду пробовать ловить на такое. Ну, а что получится, сейчас посмотрим. Пока я по дамбиного Константинова прошелся, кинул, наверное, раз 30, бросал всякие разные наживки, не сильно у меня получается. Окуня ловить и судочка, что-то хищник вообще никак не реагирует, может рано, может все-таки. Что я решил? Я решил попробовать переехать чуть-чуть выше по течению, где русло подходит ближе к берегу, поэтому мы сейчас сядем и переедем выше, ну а там попробуем, что будет. Переехали мы в акации на другую сторону водоема. Тут тоже русло подходит к самому берегу. Сейчас я пойду попробую покидать твистер, но я как бы решил поступить еще по-другому. Я на всякий случай взял с собой простые удочки, поплавочные. Если у меня все-таки не получится ловить хищника, то я хотя бы каких-то карасиков, плотвичек попробую поймать. Для меня самое главное на рыбалке, чтобы были поклевки. То есть, чтобы топился поплавок, чтобы были удары по твистеру, чтобы происходило какое-то движение. Потому что если долгое время не клюет, мне просто становится неинтересно, я начинаю куда-то идти, что-то искать все-таки рыбу, которая будет ловиться. Ну, все, вперед! Переехали мы на другую сторону, и как-то не сильно у меня получается ловить хищника. Под берегом была маленькая поклевочка, небольшой кунчик что-то дёбнул, но брать не хочется всем. Ну, а рыбы-то хочется, чтобы клевало. Поэтому я беру сейчас простые удочки, мешаю приманку, закармливаю и пробую ловить карасиков, плотвичек, мирную рыбу. И всякими печеньками, если я был бы карасем, я бы ел бы постоянно вот такое. И был бы такой толстенький, пузатенький, еле плавал бы в той речке. На червяка у меня вот такая вот плотвичка попалась. Это еще пока без приманки. Приманки никакой я не сыпал. Я ее, конечно, буду отпускать, потому что что с ней делать? Ну, если бы я хотел бы наварить ухи, то я бы, наверное, ее забрал бы. А так, ну что, забрасываем. Сейчас будем сыпать приманку. На опарыша меленькая ловится. Ее тут очень много. Вот она. Меленькая плотвичечка, какая 20 грамм, может 30. Но уже есть какое-то движение, уже есть какие-то, как это сказать, процессы. Вот. Это меня уже радует. Рыбалка начинает становиться похожая на рыбалку.
То есть хищников я что-то пытался поймать, и оно никак у меня не получалось, то все-таки вот с мирной рыбой у меня получше получается. Хорошо, ждем. По маленькой небольшой жменьке приманки сейчас насыплю. Для того, чтобы подошли большие караси. Ну, насколько они будут большие, сейчас посмотрим. Ну, как-то вот. Место прикормлено, удочки закинуты. Теперь мне осталось только сидеть и ждать настоящих больших карасей. Выловил я на опарыша вот такого красивого, пузатенького карасика. Все-таки моя приманка с клубникой ему понравилась. Вот положу на ладошку, даже с хвостиком больше ладошки. Красивый. Будет жареный. Этого я забираю. Спортивная рыбалка называется. Ловлю и отпускаю мелких путвичек. О. Ну, интересно. Уже какой-то процесс происходит. Поэтому мне это уже нравится. Вся стандартная путвичка. На хвостик больше, на хвостик меньше. Опарышу просто не дает в воду упасть. Ладно. Сейчас попробуем одеть три опарыша, чтобы они у него в морду не влазили. Может, так получится какого-то карася поймать. Самое главное, что караси там плавают. Это я точно знал. О, попался карасик на червяка. Поменьше, чем первый. Ну, жарительный размер. То есть жарить его как бы хорошо. Самый вкусный. Самый вкусный карасик это вот такой маленький. Он сладенький. Красавчик. Это уже такой жарительный, блин. Совсем жарительный. Хороший. В Константинове мы выловили 5 карасиков, 3 маленьких меньше ладошки, ну 2 чуть-чуть побольше, вот такие вот. Больше мне не удалось ничего поймать, все остальное съедает плотва, она и на червяка клюет, и на опарыша. Пробовал я хищника ловить, с хищником у меня не очень получилось. Сейчас мы смотаем удочки, я хочу еще переехать в Щедровую, все-таки попробую, что там ловится. Места, конечно, здесь красивые, но рыба отнерестилась буквально неделю назад, так что карась ловиться не хочет. Потом, может быть, попозже приеду, тогда и будет другой какой-то. На обратной дороге домой я заехал еще на Литическое водохранилище в район Щедровой. Хочу здесь кинуть пару раз спиннинг, посмотреть, может какой-то окунчик или судачок будет проклевываться. Людей нету никого вообще. Ну, где-то там дальше вон один рыбак сидит. Ну, пробую, может быть все-таки окуня какого-то удастся поймать. Ну что, подведу результат я сегодняшнего путешествия. Были мы в Новоконстантинове, окуня с удочка нам не удалось поймать, ловились карасики слабенько, плотва ловилась хорошо, но плотвичка небольшая. На обратной дороге я заехал в Летичев на Щедровую, попробовал здесь что-то ловить.
Ну, здесь вообще ничего у меня не получилось. Карася я уже не хочу ловить, даже не хочу пробовать. А хищник как-то сегодня вот молчит. Может, связано с тем, что все-таки вода начинает свисти? Не знаю. Может быть, у меня просто ничего не получилось. Ну, результат как бы есть все равно какой-то. Ловится плотвичка, ловятся карасики. В следующий раз я поеду обязательно на какой-то столочек, попробую ловить карпов, может быть, хороших карасей. Ну а пока до свидания, телезрители, ну и до следующей рыбалки.